Ух ты, одна игра ролевого поиска, сейчас 4 сделаем. Нифигать ты робе. Ладно, робедно сыграю. 10 левел, лес, могу побить больших крипов хотя бы. Ну, стаки не зафармлю ничего. Очевидно, без... Чё там, люкан или мне показалось? Надеюсь, показалось. А то... Зюлю сильно. О, сейфлейм папаня. У нас очень много станов, это уже радует, но у них тоже много. Расслабься, получай удовольствие, брат. Интересно, меня узнают. О, так тут даже на ВД сет есть. Короче, мы в сети, мы решили, что дырак на ВК. Да. А чё, нужно много игр сыграть на Рискинге, чтобы тащить? Чтобы понимать, что там делать? Да. Это же такой сложный герой. Слушай, ты чё, сейчас на папище ВК на улечу? Мне встать нахуй? Здорово, Лёвка. Ладно, в принципе, можно сюда, наверное, так скачать саундпад, если он не куплен. И я могу 5 раз из саундпад еще сейчас. Саундпад... А, тут есть. Включились. Только не помню, где у меня пак с папичем. Уйди, уйди, нажимали. Вилл, он от Таура тычку поймал. А типа начинает, да? То, что он, конечно, встан на первом, мы проебали, кстати. Интересно, они влочили кем-то? Ну вот и узнаем. Четыре КПТ слочат кем-то. Вообще, нам Баклер нужен на линию. Хил впаду качать нереально. Просто вот максимально. Ну, придется кольцо себе нести. Я куплю Баклер. Даже не убивает номера небольшого крипа, ладно, тогда оставь. Кстати, мог запулить сюда, там линия пушится. Я решил этого не делать, почему. Ну скажи, что я гений, ну скажи. Убийца нубов научился, красавчик. Я запулил. Я пачку разбил, меня устраивает. Он не только качнул на ВК. Ему нужно просто ластил и стоять долбиться в этой линии. Можем напасть. Со скелетами. Сейчас крипа убью. Не, тут крипов много. Давай. Ладно, жди третью. Жди третью. Вот, под вот эту кнопочку. Тогда можем убивать. А, умерла, скорее всего. Нет. Не, до сих пор не достакал ни разу. Мы, ну, он хуёво отставил линию, потому что он без лостью. Ладно, не важно. Стример снова на рабах, на ЛПТ. Да даже то надо дофармить, чтобы 5 игр комфортно сыграть на... Ты стоишь в крипах, и Мирана стоит здесь. Какая фласка, ну отойди хотя бы сюда. Я бы их разъебал бы на пулах, если бы чел бы хоть раз бы законтестил пул и помог мне. Принести Баклер на 6, это, конечно, вообще кайф. Короче, не все так печально, как они говорили. Жить буду, вроде. Блин, какой же лох на ВК, это просто шок. Нет. Надо, короче, брать саппорты, которые контестят рамежа. Вот, играть на ВД стало резко. Вообще супер странно, что он вообще стан качал, он мог качать 2-3. Макс 2 с двумя скелетами или 4 быть. Ну, 1-2-2 у него был бы скилл билд. Он бы ставил фулл хп 24/7. То есть, ну его нельзя пробить героями, шейкерами, рано, мне кажется, если он просто с его устоит линию. Это у него за 8 минут этот фарм. Это очень мало, слабый игрок. Какое же это уёбище на сларке, блядь! Пиздец, нахуй, меня это бесит, блядь! Она умерла. Ну, я не получил экспы, потому что мочо бьет крипов здесь. Ты уж дома можешь на ВК в лес ставить линию. Hola.
Лопата ПБОТ нажал, попал в боте. Забери ванпост. Забери ванпост, Гаймакс СП. Все равно поможем. Блять, сын шлюхи на Кимару, вместо того, чтобы пойти помочь, блять, он захватывал ванпост просто. Блять, это такое уебище у нас на миду, это просто пиздец, блять. Катастрофически невероятный долбоеб, блять. Ты просто ноль, нахуй, алло, блять, не играй в эту игру. Уебок, блять. Ослабься, друг. Возьми талон, иди на тройку на ВК. Фарм меньшен-то здесь. Все, расслабьтесь. Ладно, хотя можно послушать. Отрегенься на земле, тэпнись ко мне, я нажму смок, и мы убьем копу в меди. Вместе с Рикки. Перестань стоять топером. Возьми талон, иди на эншенты. Выйди нахуй сюда, слышь, шлюхи. Выйди нахуй с линии, блять. Уебище нахуй. Ты ебался отсюда, блять. Прошло 10 тысяч. На карантине голова плывет на кентавре или что? Алло, играй, пожалуйста. Блять, снимите варды, уебаны нахуй! Клоуны, сука! Делайте хоть что-нибудь в игре, блять! Блять, я хочу ответить, но у меня попугай рассекретит. Блин, надо его убрать куда-нибудь. Ладно, я пойду топ фармить, скорее всего. Пойду лайлоса. Клоуна боссаного обоссали, блять! Ёбище, иди сюда. На земле полетишь, мы её убьём. Ещё ты молили, где свары. И главное, встанем за сами. Ты долго думаешь, Привет, привет, Рокки. Я думал, это мой кентавр стоит, а это была земля вражески. У нас двое их пять, ну они у нас. Только он купил почему-то робов за маги вместо второго бойда. А этот балбес не умеет фармить. Хопу надо убить, смог клином один раз, и все. Чтобы по сторон земли прыгнул Рикки. Она умерла. Все, она умрет. Если я получу соло экспу, ебать, 2 левела. Можно еще убивать, можно еще. Вот этот мертвец должен быть. Прыгни. Я не могу кастануть. Он умер. Сларк идет. Сейчас сдохните там нахуй, алло. Если я ему отвечу в таком же стиле, он же тоже будет ныть, что я там его отвлекаю от игры или что-нибудь. Мы можем подраться с Радиком, парни, алло. Закройте ебало свои. Да не открывай свой пиздак, ты боти дегенерат на кентавре. 4000 узник вечный. Завали свои еблища и его не открывай, спасибо. Замутьте все кентавра, послушайте меня. Возьми радианс на рейскинге, тэпнись бот и пошли за дефами, если они пойдут. Если нет, то не иди. Устал терпеть долбоеба. Попасарчик. Отлично. Спасибо, что нажал слампит, уебище. Че, послушайте все меня. А, здорово, Уиза. Спасибо. Ты можешь это убить? Себя только стампиджмы. Можем так снимать. Да, можем.
Давай, давай, Нарик, не стесняйся, прыгай. Ты всех героев убиваешь. Папа с Арчидом убиваю. Можем его порой пробить. Не охуел. А, не манувать нажали. Можешь попробовать их. Так, Свар сейчас подойдет. Свар диффузами аккуратно. Парни, одна ТП в топ. Ладно, не надо, забудьте все. Все, все, уходи. Просто уйди по фарму. Фарми тройку. Столоном. Ну, бежим, бежим, бежим. Мы можем всех убить здесь, парни, всех можем убить. Папу первый. Так вот твой 20-й стоит вот здесь. Тебе нужно играть здесь первый скин. Ты больше фарма там пушишь. Да нам... Любой герой может пушить Т2, любой. Тебе не нужно лететь первым или там находиться. Ты отправил там скетов и ушел на тройку. Все. Понимаешь, что я тройку фармлю за одну секунду? Да, да, я понимаю. Ты фармишь эншетов и идешь вот на эти, потому что мы вот сюда идем. Потому что мы там играем. И отправили тебе двух пачки, две пачки эншетов. Я сдох. У него нет ульта вроде на сварке. Ты еще не Майкл, я бы тебе дал. Пока не извинишься, я ни одного шпримета тебе не отдам. Можешь кликать сколько угодно. Просто идите, просто отойдите и все. Все, разбил шмотки. Все, погоди. Бля, не успел купить варды. Что ж ты делаешь на сварт? Он на реке вообще. Он еще и выживает, но недолго. Мы можем... все предметы забрал. 10 тысяч порядочек, то есть там девочка обиделась на кентавре, ну и что-то делать. Па, надо смог нажать Рошана убить. Ну, понятно. Сначала Бекоф, но потом Рошан. Есть смоки у нас? Купи на земле Владмерс. Толкни, что пойдем отсюда. Да, да, да. Мы смог сейчас нажмем, пойдем героя убьем. Нет, это тяжело. Они вмнуваются. Мы на их вижн идем. Не надо здесь драться, отойдите. Я у меня сзади, парни. Я машина напрягу. Давай. Он без БКБ, без ульты, парни. Вы убиваете его. Сбейте Рошана. Я отпушу линии. Мы вообще тикнули дикты до БКБ, если... Это вообще супер пиздато. Купи на земле досты место Венома. Отойдите на ХГ. Хотя у них здесь вижен есть. Лучше вот здесь драться. Вот здесь. Я не могу купить варды, потому что все покупают кентавры.
и ставит их на базе. Ладно, я куплю гем. Я купил гем, гора с вардиом. Постоим здесь. Да, подожди. Вот тогда этот чел получит ПТС на 30 или 20, сколько тут в этом. Хорошо, все,